Как из прямоугольника сделать квадрат? У прямоугольника две стороны. Квадрат на стороне, которая больше по величине, не получится. Как из прямоугольного листа бумаги сделать квадрат? Возьмем, отложим, совместим точку одной стороны с другой стороной и прижмем лист. Теперь по двум точкам проведем прямую. Можно было бы сразу отрезать. Можно провести еще один сгиб. Для верности, как из прямоугольного листа бумаги сделать квадрат. Вершину угла совмещаем с другой стороной. Через две точки можно провести прямую, при том только одну. Проводим. У нас получился прямоугольный треугольник. Складываем. И разворачиваем. Фигура, которую вы видите, это квадрат.